Всем кротавый привет, дорогие друзья, с вами Паша Фриман на связи, и у нас продолжается серия роликов с обзорами на новинки патча 2.3.0, который называется «Раскаленные траки». И сегодня речь пойдет об очередной зенитке. Можно было, кстати, наверное, патч назвать «Зенитки для всех». В общем, у Британии появилась новая зениточка от Дац на базе М113. И она в Ротандере классифицируется как носитель Тур. Но у нее есть различия между оригинальным американским адатсом, который в Ротандере уже есть достаточно давно. И это основное отличие является в отсутствии 25-миллиметровой автоматической пушки. То бишь у нас с вами есть только пусковая установка на 8 ракет. При этом боекомплекта запасного у нас с вами нет, и пополнять его надо на точке. Что достаточно долгая процедура, и скорее всего, пока вы будете пополнять боекомплект, вас уничтожат. Либо если союзники попались нормальные, они стремительно пролетят к вражескому респауну и во время вашего пополнения боекомплекта расстреляют уже все танки, и вам уже некого будет расстреливать. В первую очередь это, конечно же, не истребитель танков, это истребитель авиации. Он канадский, кстати. Не знаю, может быть, кому-то это очень будет важно. И сейчас мы с вами поговорим про его плюсы и минусы, и вообще стоит ли его выкачивать. Чтобы долго не тянуть, я вам сразу скажу, друзья, он лучше, чем Stormer HVM, так что в целом, если вы хотели более эффективно воевать против воздуха, качать его стоит, потому что Птуры у нас абсолютно такие же, как и на адатсе оригинальном. МИМ-146. 10 км дальности, почти 8 кг в тротиловом эквиваленте и 900 мм пробития благодаря кумулятивной части. То бишь мы с вами можем воевать и против танков. Правда, у нас есть некоторый нюанс. Углы вертикального наведения у нас в плюс на 85 градусов поднимаются. Пусковая установка, имеется в виду, поднимается на 85 градусов. Но вниз она не опускается вообще. То есть вертикальные углы отрицательные у нас 0. И это очень большая проблема, особенно если вы все-таки решите на ней воевать против танков, потому что малейшая, не знаю, даже, наверное, монетка, на которую вы наедете, не позволит вам опустить данную пусковую установку на противника, и вы не сможете в него просто-напросто попасть. Что, согласитесь, не очень хорошо и не особо перспективно. А учитывая то, что у нас нет брони, у нас 44 мм имеет самая толстая часть корпуса. Нас, скорее всего, в ответочку-то очень быстро расстреляют. К тому же, данные ракеты, как показала практика на стриме, не самые эффективные против наземки. Да, мы вроде как пробиваем многих, но за броневое воздействие что-то оставляет желать лучшего, на мой взгляд. Так что, если вы думали уничтожать 8 танков за несколько секунд, вряд ли у вас это получится. А учитывая был рейтинг 10.3, против нас с вами будут воевать танки с тепловизорами, которые нас с вами будут палить с очень больших расстояний. Правда, у нас тоже есть теплак, хоть и первого поколения, но нам он особо сильно не поможет, на самом деле. Потому что ракеты, они далеко не самые эффективные, опять же, отрицательные углы наведения не позволяют в большинстве случаев нормально вести огонь по противнику. Что можно отметить из плюсов? Хорошая скорость поворота башни, то есть в городских условиях мы сможем быстро реагировать на выкатывающегося на вас противника, либо вести авиацию противника реактивную, даже на сверхзвуки и, стреляя по ней ракетами, даже по ней попадать. Правда, здесь есть некоторая особенность. Вроде бы как эти ракеты ваншотят, но у меня уже было неоднократное критическое попадание. То есть это ракета, просто вдумайтесь в это. 152-миллиметровая ракета весом в 51 килограмм на огромной скорости в 1200 метров в секунду, на борту которой находится почти 8 килограмм в тротиловом эквиваленте, попадает в самолет, и мне пишет, что я ему нанес критические повреждения. При этом самолет улетает дальше без каких-либо вообще проблем. Может быть, у него там, не знаю, краска поцарапалась. По-моему, это немножечко неправильно. Что вы, кстати, думаете, можете написать в комментариях. Такие моменты, кстати, будут в одной из ближайших подборок. И опять же, у нас с вами нет с собой запасного боекомплекта. То бишь, нам надо ехать на точку, либо обитать рядом с точкой, чтобы пополнить его. Из-за этого на некоторых картах, в режиме, где есть только одна точка, мы практически с вами не можем жить, потому что если вы поедете на точку с не самыми лучшими союзниками, вас там очень быстро разберут. Либо если вы будете в одиночку туда ехать с целью ее захватить, как бы вы тоже не сможете особо сильно противостоять противникам, они просто вас задавят массой и все, пулеметами вас, грубо говоря, расстреляют. К тому же у нас есть разрушение корпуса, то бишь кумулятивные фугасные и хэш-снаряды, в том числе и ракеты, нас с вами разносят просто на ура в любую точку корпуса. Разумеется, и это еще не все. По вам могут начать вести, например, пулеметный огонь. И если вам попадут в тур, он, скорее всего, сдетонирует, и у вас будет взрыв боекомплекта. Что, согласитесь, не самое
классная вещь в игре, особенно играя на такой зенитке и пытаясь на ней еще при этом кого-то уничтожать. Но зато, если по вам будут стрелять кинетическими боеприпасами по башне, скорее всего, вам толком ничего не сделают, если не попадут в боекомплект, опять же. Снаряды просто будут пролетать насквозь, выбивать вам оптику, ну, может, максимум привода, и вы будете в целом жить. Это можно отнести к плюсам, но такое бывает нечасто, к сожалению. Подвижность у нас с вами вообще отвратительная. На некоторых картах даже на небольшой подъем мы забираемся крайне медленно, а если подъем немножечко увеличить на пару градусов или хотя бы на один в некоторых моментах, мы с вами вообще туда даже и не сможем заехать. Так что основное применение данной машинки я бы, наверное, отнес к уничтожению авиации. Против авиации в целом воюем неплохо. Но боекомплект надо прям беречь. Надо прям вот быть уверенным, что вы выстрелите в противника и попадете. Во всяком случае, с большим шансом. То есть, если вы начнете просто раскидывать ракеты налево-направо, то боекомплект закончится у вас секунд там за 5, за 10. Я бы вам такого не рекомендовал. В целом, в качестве именно зенитки, реально, она более-менее эффективная. Лучше, во всяком случае, чем Stormer HVM. И по вертолетам неплохо стреляет, реактивы на сверхзвуки догоняет. В общем, все довольно неплохо в этом плане. Против, опять же, наземки можно воевать, но максимально аккуратно, либо из каких-нибудь укромных мест, куда вы успеете там заехать со своей не особо хорошей подвижностью. То бишь, короче, против наземки надо воевать только в условии, если вы уверены в своей команде. Если вы прям видите, что она имеет преимущество над противником, во всяком случае не сливается за 10 секунд после начала боя, то можете в целом ехать со своими союзниками, оказывать им всяческую поддержку. Опять же, в первую очередь, прикрывая воздух. Только потом уже думайте о наземной технике. И обитайте рядом с точкой, потому что вам придется достаточно долго пополнять боекомплект. И надейтесь, что ваших союзников за это время не уничтожат. Вот такая вот, ребят, зениточка. Что вы думаете по поводу Адаца М113? Можете писать в комментариях. Будете ли вы его качать? Хотели ли вы вообще в целом на Британии более эффективную зенитку против авиации? Ну и против танков ее тоже можно использовать, опять же. В общем, ждали ли вы ее или нет? Пишите. Будете ли вы ее качать? Тоже пишите. Я просто, ребят, не знаю, что тут еще добавить. В целом, как бы, ну, вот, что есть, то есть. Что нам дали, с тем мы и работаем, как говорится. Но на самом деле, я бы хотел бы ей понизить боевой рейтинг. Американский Адац на 10.3 намного более эффективен против наземки. У него, конечно, чуть еще меньше брони, но это не важно на этой технике. Там брони, в принципе, ни у кого нет. Просто у американского Адаца есть автопушка. И там, в целом, можно еще быть на БР 10.3. Хрен с ним, она хотя бы иногда там в борт может кого-то расстрелять с помощью подкалиберной ленты. А вот у Британии этой автопушки нет. И почему боевой рейтинг все равно 10.3, я не совсем понимаю. Я думаю, что 10.0 в целом можно было бы. Это было бы более логично. Надеюсь, что улитки прислушаются к моему мнению, может быть, к вашему, если вы там тоже будете писать комментарии, потому что они ролики мои смотрят и читают то, что вы там пишете. И я считаю, что 10.0 более было бы справедливо дать канадско-британскому Адацу. По этому поводу, кстати, тоже можете высказать свое мнение в комментариях. Но если ролик вам понравился, то не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, Дискорд, Инстаграм, все ссылки есть в описании. Также проверяйте периодически подписочку, потому что она бывает слетает. А у нас уже скоро на канале 100 тысяч подписчиков будет, так что каждый человек на счету, друзья мои. Так что можете приглашать своих знакомых на канал тоже. Ну а с вами был Картавый Паш Фриман. Всем удачи, хорошего рандома. Увидимся с вами в других видео или на стримах. Они у нас проходят почти каждый день, так что приходите. Всем удачи, хорошего рандома и пока-пока, друзья.